После пожара в кировском доме-интернате возбуждено уголовное дело. Напомним, ЧП произошло 14 февраля. В здании интерната случилось крупное возгорание. Материальный ущерб составил 370 тысяч рублей. В ходе проверки установлено, что годом ранее, с июля по февраль, в интернате проводили капитальный ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода на общую сумму более 5 миллионов рублей. Обновляли специалисты автоматические системы пожарной сигнализации и аварийного освещения. Работы по контракту там приняты и оплачены в полном объеме руководством учреждения. Однако следователи обнаружили расхождение между цифрами в документации и реальностью. Установлено, что подрядчики поставили меньшее количество автоматических извещателей и других приборов в системе пожарного оповещения. То есть объем работы, количество использованных материалов по факту оказалось меньше заявленного в контракте. Сумма ущерба около 700 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286. УК РФ «Превышение должностных полномочий». В региональном министерстве труда оперативно прокомментировали ситуацию. Уголовное дело возбуждено на основании проверки, которую провели специалисты Министерства труда и социального развития Омской области. В ходе внутренней проверки были выявлены факты нарушения условий расходования средств и проведения ремонтных работ системы пожарной безопасности. Соответствующие материалы были переданы в прокуратуру. Работники Кировского детского дома-интерната незамедлительно приступили к устранению нарушений. Ситуация находится на особом контроле Министерства труда и социального развития Омской области. Жизни и здоровью проживающих ничего не угрожает.